Вот тут вот, видите, что получается? Это вот, это один раз. А если они еще будут снимать, то у меня полный этот бывает. Помыть посуду, искупаться и даже воспользоваться туалетом невозможно, рассказывают жители. Вместо того, чтобы уходить в канализационную трубу, нечистоты льют на пол. Проблемы начались пару лет назад. Мы даже не могли ни в туалет сходить, ничего не могли. Выливали, мыли посуду, и что мыли полы, выливали на улицу. Потому что вода стояла и как в раковине, в унитазе и в поддоне. Уже не раз жители обращались в обслуживающую организацию, к коммунальщикам и не только, но везде лишь разводят руками. Не могут ни РЭО не найти, ни РКС, ни администрацию. В общем, все здесь уже были, все службы. И, в общем, РКС говорят, что ваш колодец на Красноармейской, там, значит, это, у вас все там нормально. Это обращайтесь к РЭО. Я РЭО звоню, говорю, они говорят, как это так? Пусть они покажут нам этот колодец, чтобы мы его что-то там починили. У нас нормальный дом, только пусть там канализации починят и все. И нам еще нужно, чтобы с 19-го года нам оплату. Мы платим ни за что. Нам нужно, чтобы нам перерасчет сделали. В 2022 году, по словам жильцов, их планируют расселить. Но ждать еще почти год, а возможно и больше. Как все это время жить в таких условиях, люди не понимают. Те, у кого есть возможность, уже съехали, а вот некоторым идти больше некуда. Вот и приходится людям выживать. Жители двухэтажки надеются, что на их проблему все же обратят внимание и ответственные все же исполнят свои обязательства. Павел Баймаков, Дмитрий Лукин, СТВ.